И я больше чем уверена, что связь моя с моими детьми меня не потеряется. У меня есть этот опыт общения с моими родителями. Их, к сожалению, сейчас уже не в живых. Но вот это, наверное, может быть, редко в наше время встречается, когда у меня уже была семья, у меня уже была дочь. Но я очень была близка со своей мамой. Очень близка. Мне совершенно ничто не мешало с ней обсуждать любые вопросы моей жизни. Мы были с ней друзьями. Она была моим духовником, соратником, наставником, психологом, кем угодно. Поэтому я это вижу так. И мне кажется, это правильно. Преемственность поколений в семье тоже очень важна. Как можем мы детей научить чему-то, говоря просто какими-то общими фразами? Мы должны это демонстрировать, когда они видят, как мы общаемся со своими родителями. Возможно, дай бог, если живы бабушки, дедушки, их прабабушки, прадедушки. И мне кажется, это здорово. Это здорово, когда за одним столом собирается большая семья, где представители разных поколений, пусть они с разными взглядами. Это тоже должно научить наших детей уважать мнение старшего поколения, которое абсолютно кардинально, возможно, отличается от мнения современного поколения на какие-то события, происходящие в нашей жизни. И это нормально.